Русская народная сказка «Лиса и журавль». Лиса журавлем подружились. Решила на встречу указать журавля и позвать его к тебе в гости. Пригоди, дружок, пригоди, дорогой, я тебя укащу. Идет журавль на званый пир, а лиса наварила манной каши, размазала по тарелке, подала и угощает. Похоже, каучик, я сама готовила. На другой день приходит лиса, а журавль приготовил окрошку. Выложил в кувшин с маленьким горлышком, поставил на стол и говорит: «Кутита!» Взяла лису досада. Она думала, что на это на целую неделю, а домой ушла голодная. Как аукнулась, так и откликнулась. Тех пор и дружба у лисы журавлё врос. Пойду искать кликанись, а когда синусар маратись. Thank you.